с вами на Сардинии. Кто-то из вас может сказать, что все приморские города похожи один на другой, но если бы не смесь запахов соленого моря, кофе, доносящийся из кофеен, и запах какой-то жареной рыбы, табака, то, конечно, я бы с вами согласился. Но Сардиния итальянская, она как-то совсем по-другому. Какой-то совсем по-другому запах. И полицейские тут совсем другие. Тут все совсем другое. Так что жалко, что вы не с нами. Сразу тоже объем. То есть синие там это самые глубокие тени. А если присмотреться, смотри, на камне там еще, видишь, есть вот в этом месте такие вот зеленовато-голубоватые оттенки. Угу. Вот на теневой части. Разноцветится вот этих розоватых. Нет, ты не закрашиваешь в один цвет. Хорошо, что когда они там то темнее, то светлее. Угу. Попал свет на. Ты смешиваешь оранжевое. Оранжевый, белый, плюс охра там немного золотой. Причем я не домешиваю краску. То есть у меня краски много на кисточке, а я ее даже и не домешиваю. Вот. Не домешиваю, ты что имеешь в виду? Ну не перемешиваю хорошо. Как бы, не, поняла, не, да, не, не домешиваю. Она куска такие разные. Да, да.